каждой стране нужны люди, способные заглянуть за Луну и увидеть чуть дальше остальных уже сейчас. Обладать таким исключительным видением может только личность неординарная, мыслящая, имеющая потребность в постоянном интеллектуальном развитии и творческом созидании. Формирование именно этих бесценных качеств в умах и сердцах подрастающего поколения легло в основу миссии Казахстанско-Американского свободного университета. КАСУ, КАФУ, КАИУ. Эта аббревиатура стала безусловным брендом на образовательном пространстве Казахстана с яркой отличительной особенностью. Казахстанско-Американский свободный университет является первым в Казахстане частным вузом международного партнерства. Вступив в многолетний профессиональный диалог с американскими коллегами, КАСУ достойно представлял свою страну в решении самых сложных проблем своего развития. Внедрение новой образовательной культуры в академический дух КАСУ, трехязычная основа преподавания, реализация эксклюзивной программы «Международное лидерство», а также адекватное времени технологическая среда позволяют университету вести буквально штучную подготовку специалистов новой формации, молодых лидеров завтрашнего дня. В составе руководства вуза граждане США. Маршал Кристенсен, председатель попечительского совета, проректор по корпоративному развитию, и Дэниел Белласт, вице-президент по международным программам и сотрудничеству. С самого начала КАСУ стремился к инновациям. Президент КАСУ Ережеп Аль-Хаирович Момбетказиев опережал время, опережал своих современников в своем видении и воплощении своих идей. Один из принципов, который он сразу понял, это то, что выпускник 21 века должен иметь глобальное мышление. На меня оказало влияние то, что человек может взять на себя ответственность и отважиться на перемены в этом мире. Он понимал, насколько важным было прорубить окно в мир, чтобы дать возможность студентам быть успешными в этом новом для них мире. Идея создания КАСУ — это была чистая идея Ережеп Аль-Хаирович Момбетказиев. Он это понял, это почему это важно было для Казахстана. Но это нам надо было это придумать, создать это все. Это не просто так, это мы с нуля это все придумали. Международное сотрудничество в высшем образовании — это современная и насущная необходимость, осознав и реализовав которую первым на программах бакалавриата еще в 1994 году КАСУ стал беспрецедентным примером для других казахстанских вузов. Ежегодно в учебном процессе университета участвует порядка 40 иностранных преподавателей, профессоров, ректоров, докторов PhD, специалистов-практиков из разных стран мира. Обучение ведется на английском языке. Профессиональная практика в США, аналогов которой нет среди вузов республики, организуется в КАСУ для студентов старших курсов бакалавриата, магистрантов, докторантов, прошедших специальный конкурсный отбор. Местом прохождения практики определен достаточно широкий спектр объектов американского бизнеса и права. По окончании практики американская сторона выдает студентам сертификаты и рекомендательные письма от предприятий, компаний и фирм, предоставляющих стажировку. Американские дипломы выпускников КАСУ, зарегистрированного в качестве полноправного вуза штата Орегон США, признаются ведущими международными университетами из разных стран мира. Опыт КАСУ — это надежно апробированная модель вуза нового типа, всецело отвечающая мировым критериям. Подтверждением тому является признание этого статуса не только системой образования Республики Казахстан, но и международной аккредитационной организацией ICBSP. КАСУ имеет сертификат качества, выданный компанией NQA Global Assurance Limited, Великобритания. Все это обеспечивает сопоставимость и конвертируемость степеней и квалификаций, присваиваемых выпускникам университета по аккредитованным специальностям. Основной приоритет КАСУ – подготовка специалистов, в совершенстве владеющих, кроме избранной специальности, английским языком и компьютерными технологиями. Подготовка специалистов ведется по трем программам – американской, казахстанской, полиязычной
и на трех языках – английском, казахском и русском. В рамках американской программы осуществляется подготовка бакалавров и магистров преимущественно на английском языке при содействии попечительского совета и организации COSUF International – Соединенные Штаты Америки. Наиболее талантливым студентам предоставляются гранты и стипендии президента КАСУ, гранты фонда COSUF International, организации, основной целью деятельности которой является поддержка и развитие международных образовательных программ КАСУ. Лучшим студентам и выпускникам фонд покрывает основные расходы в период прохождения практики в США, предоставляет возможность продолжить обучение как по программе бакалавриата, так и магистратуры в одном из университетов США или Канады. Ежегодно на базе университета совместно с американскими студентами проводится культурно-лингвистическая программа, направленная на развитие культурных и языковых компетенций студентов обеих стран. Стиль преподавания в КАСУ основан на взаимодействии преподавателя со студентами в форме открытых обсуждений идей, концепций, проблем. Такой подход позволяет вовлекать студентов в процесс обучения, делать его более увлекательным и плодотворным. Студенты КАСУ имеют возможность заказать дополнительные программы для углубленного изучения заявленных дисциплин, а также дистанционно получать необходимые знания в университетах-партнерах из Соединенных Штатов Америки на бесплатной основе. Учитывая то, как быстро сейчас развивается техника и технологии, то, что сейчас актуально, может оказаться ненужным уже через 5 лет. Поэтому задача преподавателей состоит в том, чтобы научить студентов принимать решения самостоятельно, находить пути решения задач. Профессорско-преподавательский состав КАСУ создался годами из профессионалов-единомышленников, способных мыслить масштабно и прогрессивно, доводить любое начатое дело до логического завершения. Автор проекта КАСУ, президент университета, профессор Мамбетказиев, в свое время сделал ставку на молодое поколение талантливых магистрантов и докторантов, своих же выпускников, в совершенстве владеющих английским языком. И, как всегда, оказался на правильном пути. Атмосфера в нашем вузе, я думаю, сильно отличается от других вузов, потому что это как одна большая семья, команда, которая поддерживает друг друга. Корпоративная культура здесь, в КАСУ, тоже является примером для наших студентов. Сегодня коллектив КАСУ – это особая интеллектуальная элита не только региона, но и всего Казахстана. Лидеры, достойные подражания. Название программы «Международное лидерство» говорит само за себя. Она построена на принципе живого общения лидеров ведущих предприятий, компаний Америки со студентами КАСУ через интернет, которое определено как «наставничество». Этот цикл предполагает консультации, рекомендации, семинары, практические занятия сначала дистанционно, а потом при личном общении во время прохождения практики в Соединенных Штатах Америки. Завершается обучение стажировкой в Академии лидерства, город Портленд, штат Орегон, с получением международного сертификата. Быть специалистом – это хорошо, это важно. Знать язык, культуру этого мира – это хорошо, важно. Но быть человек, который имеет правильные общечеловеческие ценности, это тоже не менее важно. Мы открыли нашу международную программу лидерства, что наши студенты начали думать, что вообще в этом мире важно, какие ценности в моем жизни важны, а какое наследие я хочу оставить. Students are smart. They say... Студенты – умные люди. Молодежь сегодня заявляет: «Не говорите мне, не учите меня, покажите мне это». Поэтому основополагающий метод, который мы используем для подготовки лидеров – это метод действия, рефлексии и подражания достойным примерам. Мы учим студентов тому, что истинный лидер помогает окружающим, подчиненным команде расти, развиваться, добиваться успеха. Мы не можем заставить их вершить великие дела, но мы можем вдохновить их на это. Выпускники и студенты КАСУ вдохновенно стремятся к самореализации посредством постоянного поиска и открытий. Они обладают тем самым творческим горением, которое делает их способными заглянуть за Луну и увидеть чуть дальше других уже сейчас. Именно им суждено стать драйверами роста национального капитала уже ближайшие 3, 5, 10 лет. Достойно представлять свою страну во всем мире и решать вопросы планетарного масштаба.